объект Штольн в Балаклаве. Ну а теперь представьте, что противник наносит ядерный удар по Балаклавской кухне, и ударная тренажерная волна каким-то образом все-таки прорывается через систему противоударных ворот и защитных дверей и прокатывается по этой паттерне. И вот в таких закруглениях удар взрывной волны приходился бы по касательной стену. С каждым новым ударом ее сила слабела бы, затухала, к концу паттерна была бы значительно ослаблена. И вот таким образом обеспечивалась бы защита убежища для людей, которая в случае начала атомной войны была бы развернута там в конце паттерна. И вот на стене справа мы видим стрелку, надпись, показывающую направление движения людей в убежище. А стены и своды паттерна обложены вот такой бетонной обкладкой. Бетон армирован мощной стальной арматурой, диаметр стального прутка 30 мм. Вот такая стальная решетка находится внутри этой бетонной обкладки. Ее толщина везде составляет 1 метр 10 сантиметров. И еще сверху над нами находится скальный грунт горы Таврос. Его максимальная высота 126 метров. По расчетам проектантов этого подземного комплекса, он мог выдержать авиационно-бомбовый удар мощностью 100 килотонн. Это в 5 раз больше мощности атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. А на полу вы видите остатки белых линий. Вот они показывали полосу для движения электрокаров. Здесь во время работы объекта проезжали электрокары, и они перевозили всю необходимую материальную часть для ремонта подводных лодок. И сейчас мы с вами выйдем на берег канала, как раз следующую остановку сделаем в том месте, где ремонтировали подводные лодки Черноморского флота. И для того, чтобы подводная лодка могла войти сюда в канал, могла войти сюда в док, делались такие операции. В малом водопорте открывали отверстия Кингстона, и через них вода из канала вступала сюда в сухой док и заполняла его. После того, как уровень воды в доке и канале сравнивался, малый водопорт отводили в сторону, и боцманская команда на швартовных концах заводила лодку сюда в док. Центровали ее, закрывали малый водопорт, и включалась мощная насосная станция. Она в течение 3-4 часов откачивала воду из этого дока. Лодка в это время медленно опускалась на заранее подготовленные подставки. Назывались они киль-блоки или клети. После того, как вода из дока была полностью откачана, лодка опустилась на эти подставки, ее корпус обшивали деревянными лесами и начинался ремонт. Обычно ремонтировали сам корпус лодки, частично ходовую часть, проверяли оборудование, заряжали аккумуляторные батареи, ремонт длился примерно 30 суток. Жизнеобеспечение этого объекта – служебный знафор. Лодка – это мокрого типа. Только пока кабина проходит вот такая щель, то есть забортная вода свободно поступала сюда в лодку при погружении. Два бойца морского спецназа находились в кабине в воде, в полной боевой экипировке, в легко водолазных костюмах и с изолирующими дыхательными аппаратами. На таких лодках они направлялись к месту проведения какой-то спецоперации, выполняли ее и потом возвращались обратно на базу. Дом объекта 825 и 820 работали независимо друг от друга, то есть они были полностью автономны, у каждого объекта был свой отдельный вход. Более того, здесь был такой режим секретности, работающий на этом объекте 725 ВТС. Гражданские спецназовцы стало 300 человек. Имели право даже знать, что находится на той стороне канала. Вдоль эстакады здесь была сделана такая зарезка, она полностью
сейчас мы с вами по этому мосту переходим на второй объект, идем до следующей остановки по противоположной стороне канала около Славгерха. Группа ушла вперед, я остался один. В канале проследовали два кораблика мелких. Это отдельная экскурсия. Ни в 14, ни в 17 годах подобного рода практика не осуществлялась. То есть по каналам катерки не ездили. Ну, стоимость этой экскурсии для взрослых 500 рублей. Мы пошли по пешеходной экскурсии. Стоимость 300 рублей. Ну, это так, к слову, дело не в деньгах. Антураж объекта, конечно, зашкаливает. Прямо скажем. Все это вырублено в монолитной скале из мраморовидного известняка. Строили 7 лет, с 54 по 61 год. Вот это слева. Вот, за столбами сухой док, он осушался. Это сквозной канал. Лодки входили справа, вот отсюда. Вот отсюда. Могли базироваться сразу две лодки здесь, имея в виду по ширине. А по длине 4. Всего могло здесь базироваться 7 средних лодок. Мы вошли вот оттуда, слева. Идем во вторую половину объекта. Здесь хранилище ядерных боеприпасов. 820-я база. Герметичные двери. Ракеты-торпедами по подводным лодкам противника. Для обнаружения лодок служит гидроакустическая система. Она находится в носовой части в самом низу. Здесь вот такая округлость. Это место еще называют бульбом. И вот гидролокаторы этой системы посылают серию звуковых импульсов. При встрече с подводной лодкой противника они от нее отражаются, аппаратура фиксирует. И по такому принципу определяется местоположение подводной лодки противника. Ну вот теперь точно идем к хранилищу ядерных боеприпасов. Вы сами видите, всех там практически отсутствует. Сейчас на этом приборе расположена фотовыставка. Называется она «Преступление перед человечеством». И рассказывает об истории создания и последствиях применения ядерного оружия. Thank you.
И по этому плану «Нокшот» планировалось использовать на нашу страну уже 30-й пол. И дополнительно огромное количество обычных, а потом оккупировать всю нашу территорию. И когда нашу страну удалось остановить американскую агрессию? Благодаря усилиям советских ученых в августе 1949 года на полигоне Плацентоваленска было испытано первое советское ядерное устройство. Оно имело кодовое название РДС-1. После завершения испытаний наша страна получила собственное атомное оружие. После этого уже американцы не рискнули вести в исполнение ни один из своих планов, опасаясь получить ответ на ядерный удар. А весь мир тогда вступил в так называемую эпоху ядерного сдерживания. Эта эпоха продолжается по сей день. Дальше мы сейчас с вами входим, можно так сказать, в самое сердце арсенала. Вот здесь размещалась локальная зона. И право входа сюда, в локальную зону, имели только 4 сборочных расчета. Они были исключительно в цехе и ячейке. Вот так. Прошла экскурсия, включился аварийный красный свет по всему помещению. Ну что ж, вперед. Перевозили ядерные боеголовки в контейнерах вот на такой транспортной тележке, на переваривании в центре зала. Тележка весит около тонны, грузоподъемность у нее до 7 тонн. Обычно они перевозили 2 ядерные боеголовки в контейнерах весом по 850 кг каждый. Колеса и рабочая поверхность тележки была вшита нефтеметаллом в целях пожарной безопасности, чтобы исключить возможность возникновения искры при движении тележки по рельсам и при погрузочных работах. А изменить направление движения тележки можно было с помощью поворотного круга. Вот на нем сейчас тележка стоит. Круг этот можно было поворачивать, а тележку направлять по рельсам в нужный подводный лодок. И вот из этого первого похода одна лодка, сейчас 206, командовали капитана лейтенанта Каракая, не вернулась, она попала в бездность. Это была наша первая боевая потеря. И начались первые победы. Общесевоевнейших победы 1941 года, отмене румынского «Сонный перец», итальянского танка «Суперга», был потом подобный еще один итальянский танк, который назывался «Торчелло». Они перевозили нефть из Румынии в Италию. А в конце 1941 года в неподводной лодке принимали участие перечисленных федеросийской операции, они выполняли навигационное обеспечение высадки нашего Александра, Федеросийской Республики. 1942 год – самый тяжелый город для Севастополя и для всего Черноморского флота. После начала осады Севастополя в подводной лодке пришлось перевести порты Кавказа. И вот к обычным боевым действиям подводных лодок были наключены лодки на Красном Амбе. Опять подводные лодки получили с вами гвардейцы. По левому рекламу, когда всю войну прошли на подводных кораблях, подводных лодок, еще флотоварш, где смертный экипаж вопляли. Здесь более 3000 фотографий военных моряков сливаются в силуэт подводной лодки на фоне окружающего моря. А дальше установлены 4 бюста Героя Советского Союза из числа черноморских моряков-плавотников. Эта выставка будет дополнена со временем настоящими бюстами. В боевых действиях в Испании в 1937-1938 годах во время фашистского мятежа генерала Франко. Экипажи подводных лодок, фотографии, коллаж из них.
элементы, однако. Прощаюсь, благодарю за внимание, всего вам доброго, до свидания.